Уже острые края появились. Тяжело опять. Щука. Ох ты, елки-палки, вот это там караси. Так, что, Диман, прём хапуги? Попыточка номер 4. Идем, ребята, на рыбалку. Наши черные дыры, да? Ночь. Светлая, кстати, да? Светло стало? Да, потому что... Вон она, луна. Светло. Пойдем проверять хапуги, хлопок. В надежде на пойманную большую щуку. Ох, и щучку мы ждем, да? Там вообще держал. Два ведра рыбы. Два ведра щуки. Лед щелкает. Так, прем, короче, ребята, прем. Так, ребята, пришли мы к своим черным дырам. А тут поплывок колбасит аж. Щука будет, наверное, да? Стопудово. Зачищаем лунку. Да, ну все, морозец придавил, смотрите, уже сколько? Уже 12 минус. Да? Да, лед уже нормальный такой, уже как бы это. Тянем, потянем. Тянем, потянем. Ну, делайте ставки, капусту, друзья. Вытащим. Тихо, колбасы, тихо, да? Тихо. Ты там сейчас через строп пошла. Я уже выпустил. Выбрасывай его подальше от себя. Че там, ребята? О! Крупненький. Ну, один большой. Один, ребята, большой карась. Добряча, нормальный. Хороший карасик такой, нормальный. Крупный, сковородочный, да? Ну. Так, что там? О, все, зацепилось. Вот такая снасть, ребята. Кому интересно, пишите. На заказ можно, в принципе, отправить транспортной компании. Так, первый карась есть. Хапушки хорошие, рабочие. Метр и ЧЕ 45-50 делает дедушка, да? Да. То есть как бы все нормально. Такая вот снасть складывается, все аккуратненько опускаешь. И все. Снасть, друзья, не самоловная, поэтому как бы смотрите, она с поплывком. То есть нужно сидеть возле нее и смотреть. Дернулась, вытащил. Потому что бывает, что щука входит. И все. Так, ну что? Так, настраиваем сразу. Все. Волна вот эта упала, течение больше стало. Так, что следующее? Так, что там у нас? Тихонько стоит. Зачищаем лунку. Да, рыба есть. Есть? Плавок, видишь, ушел. А-а-а. Нижний вот этот кругляшок. Стропный поплавок. 300 карасей. Спиток карасей? 300 карасей. 300 карасей. Зачищаем края. Да, скоро уже будет это. Лед толстый, надо будет хорошенечко зачищать. Чтобы не рвать хапугу. Ну конечно. Уже острые края появились. Тяжело опять. Щука. Ох ты, елки-палки, вот это там караси, ребята, вообще капец. Смотрите, подожди. О-о-о. Вот это гирлянда, ребята. Смотрите, как хорошо снасть ловит рыбу. Класс. Снасть вообще дико. Карасика, да, не, потом соберем. Ну давай, да. На живца одного возьмем, ребята. Вот это рыбалка. Смотрите, сколько карасей. Сразу пол ведра. Ну, как я и сказал. Ну, главное, в той мало, да, было, а в этой прям сразу пол ведерка. Вообще добрая рыбалка. Погодка. Погодка хорошая, ребята. Отправляем. Еще вода у нас вот там, вот видите, ребят. Опасная. Так что так вот. Ну сейчас. Тоже избавимся. Часть карасиков придется выбросить. Часть это. Ну, мелких совсем отправляем обратно. Крупных берем. Рыба уходит нормально. Живая. Не портится, ничего не переживает. Так, продолжаем рыбачить на черные дыры. Черная дыра. Дырка кормилица, да? Черные дыры нас кормят. Нормально. Давай. Поглядим, что у нас там есть. Щуку давай. Щуку давай. Давай нам щуку. О, на дне карась.
Карась на дне. Ага. Все. Вся рыбалка. Не разматывай до конца. С этого, да? Ага, он заячьёный. А, все, ладно, давай сам. Подожди. Да, он заячьился на три ячейки. Все, разматывай. Так, ребята, размотаем сейчас и будем следующий проверять. А? Да, да, все. Ну прям тянет сюда, видал? Я, конечно, видел. Слушай, поплавок прям хорошо ушел. Он вот здесь вот был только что. Значит, сидит. Шикарь. Прям такой нормально уходило, я думаю, нифига. Поплавка не было, ну, как близко так, было. Вижу карася, да ни одного. Опа. Опа, сом. Это сом? Да. А это что за хе-хе-хе? Карасики такие, ничего, так есть пара штук, да? Да, четыре хороших карася. Это сомик реже? Да. Это не налим? Налим, а? Да, налим. Налим? Да. Что он тут делает? Ну, пошел искать пропитание. Что ли, у нас? Это маленький налим совсем. Ну, подожди, рыба только пошла. Так, ну сейчас выпутаем, ребята, и будем дальше как бы заниматься. Это что у нас за рыба такая? Кто это? В смысле? А? О, а это что такое? Что за рыба? Тебе остробрюшка, что ли? Да нет, это желтощек мелкий. Это не желтощек. Да нет. Желтощек другой. Ладно, все. Ребята, сейчас вытащим, короче, все это дело. И будем дальше. Так, попытка номер два. Попробуем сразу на дно. Вот замерз, поэтому он не клюет. Да нет. Поплавок сейчас должен утащить. Течение. Так, щуки по-прежнему нет. Да, щука все пропала. Это печально. Ребята. Печалька. Щучка пропала. Печальная щучка. Тянула ее вообще куда-то вдаль. Ох, ни хрена тут карасей. Полная. Вообще полная. Капец полный, да? Да. Вот, друзья. Сейчас выберем, будем следующий проверять. Вообще золото. Карасей опять это же. Поплох сразу психует. Ну. Что характерно, что на дно. Два ведра карасей. Щука надо сидит. Сишка бы поймать было бы ништяк. Да, килограмм. Вот так вот долбить. Сеточка не рекомендуется. Разваливается она. Надо все это дело. Подъем из глубины. Трясется что-то там где-то. Колбасит. Вдалеке. Ох, и рыбы там, мама, не горюй. Кстати, чувак... Вот это у нас получается уже этот. Как он называется? Ё! На паузу поставь, сделай фотку. Новогодняя елка вылезла. Вообще капец, карасей миллион. Резко, не, вот так вот, друзья, короче, рыбачим. Куча карасей. Ладно, все, будем выбираться, короче, бежать домой. Все, на этом заканчиваем рыбалку. Подписывайтесь на канал Амур Фишерман. Всем удачи и добра!